Опасно было через две клюки своих команд. Здесь уже расставиться должным образом. Не получится Горшков. Какой момент для дубля сейчас был. Орлов! 2-0. Вот так-то. Большинство реализовать не удалось. Уже появился со скамьи. Сейчас тут неплохая позиционная атака. Бросок! Орлов! Вау! Какое попадание сейчас он! Прессинговал, и может что-то получиться. Воронесов, Шипилов, бросок Орлова, и 3-2 становится счет. Вот такая вот ошибка. Ошибка нападающего СКА приводит к тому, что... Сумин бросать не стал, но, возможно, нужно было это сделать в полном составе. Динамо продолжает этот матч. Отбились динамовцы! Да нет же! Не отбились! 2-0. Просто пятачок, кто там у нас? Легенский гол зато! А вот сейчас гол! Как раз...